Здорово всем подписанчикам, с вами Рязаный Фокс, и мы исследуем жопу этого пришельца. Всем привет. Так, ну куда нас надо? А я не знаю, заточить не показано. Пойдем сюда. Пойдем. Фу. Что-то нам надо, короче, делать. А вот здесь сигналит он. А, стреляй по этим хреновинам. Пошли дальше. Нам надо найти более мощный излучатель. Они его что, оживить хотят, что ли? Так мы тут уже утки-то застрянем, не? Да хрен его знает, что они хотят. Значит, пойдем. Тут надо по сигналам ориентироваться. Когда как бы целишься на этой пушке, идет такой сигнальчик. Ты-дыт. Во! Смотри. Стреляй по этой хрени. Что ты делаешь, Фокс? Я случайно. Ты случайно оживил эту хрень. Что нам делать? Что нам делать? Переключаться на другую пушку и валить всех. Не, мне надо. А я бегаю. Стреляю по этим хреням. Что еще я делаю? А сражаться не будешь? Не. Зачем? Слышишь? Ты там что, грибаешь, что ли? Да. По полной причем. Ты где? Мы круг сделали, возвращаемся внутрь. А, нам надо найти такую же хреновину, которая тоже пикает хорошо. Давай ищи. Блин, надеюсь она. Блин, жопа долбаная. Как мне нравятся эти хреновины. Это у него холестериновые бляшки. А. Во! Сейчас вылезут новые твари. Пошли к центру. Пошли. Может, мы вау постреляли, не? Подожди. А где они? Да, еще один надо нам. Пошли искать. Не-не, это, наверное, где-то внутри. Во, нашел. Все, уходим. О! Что это такое? Ты это видишь? Нет. А я вижу. Блять, теперь у меня глюки. Ты че? Отвечаю. Брю, че? И что там такое ты увидел? Делай скриншот, я посмотрю. Короче, там. Блять, уебываем отсюда. Да поднимайся ты, сука! Что нам надо, Фокс? Я не знаю, еще, наверное, найти. Пошли еще поищем. Сзади, сзади, сзади. Да я как бы от них бегаю, мне вообще пофиг. Да, надо, наверное, еще что-то сделать. Давай еще пошалим. Маленько. Давай. Постреляем по бляшкам. А, все, пойдем внутрь. Ну, к этому. Как это называется? Клетки. Все, выбираемся отсюда, Фокс. Боже, я так рад буду сейчас, если мы выйдем отсюда. Из этой жопы. Фух. Да может быть это не жопа была? Да.
Зачитался прям, что они говорят. Что они говорят? Кто говорит? Ну, они там что-то по-пиндосовски, короче, базарят. Неважно. С тобой все нормально? Да. Да просто после того прихода, который я видел, твоя баба, это так вообще ни о чем. Да, они еще до сих пор с тобой говорят? А, чё? Фокс. Чё? Я говорю, они с тобой еще говорят? Кто говорит? Кого ты там видел в приходе? Да. Чё он делает? Эй, бич! Он охренел? Глянь, пидер! Он нас двоих запер. Чмо. А ты какой-то спокойный, так реагируешь. Давай, вот эту крути штуку. А чё, как её крутить-то? Чё за... Чё за ботва? А, вот, всё. Открылась? Во! Да. Монатин тупой. У нас же есть... Да вообще. Он даже не допетрил, что мы можем это открыть. Догнать и навалять. Погнали. Вообще ему пизды дадим. Не толкайся. Слишком мы с тобой широкие, да? Пойдем. И когда он убежал? А, он туда убежал. Ну ладно, мы ему фору дали. Сейчас догоним, поговорим. Во, сюда. Так. Темно и страшно, да? Да. Пойдем дальше. Я пока с зондом побегаю. У тебя вторая-то пушка есть основная? Да. Ну вот и все. А, что происходит? Опа-на. Чё за... А это что за бичес? А, это этот петух, который вначале был, помнишь? Который бабки у нас хотел забрать. Ну да, 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 да. Сука, как он нас нашел? Сука, хиппи долбанный очкарик. Чё за... Нортон, он с ним? Или нет? Да, он походу с ним. Ах ты, сука, он нас предал! Петух. Сука, ему не жить, я его кокну, короче. И очкастика тоже кокну. Да, всех... да, да, этого тоже надо решать. Всех кокнем, короче. Они охренели. О, ну все, этот, короче, покойник. Да, всех порешим. Да, хорош пиздеть, кончай нас. Или мы тебя кончим. Раньше, да? Только языком и чешет. Оу! Чё он за... его сейчас сам убьет. Чё-то мне не нравится, когда он пушку в руки взял. Ох ты! Нифига. На, сука, На! Бей его. Бей его, бей. Парень из Call of Duty Ghost. О, я ж сказал, он не жилец. Сука. На, тварь! А, и что? И что это было? Ну и что ты делаешь? Воевать не умеешь, зачем ты гранату испортил? Он улетает! Гаси их! А, нет, подожди, а что за хрень? Ё! Это что? Это ж, блядь, та хрень, которая... В которой мы были. Глист!
Глист вылез. Уходим. Манать. Ничего себе. Да ёма! Эй! Что происходит? Не туда. Жесть! Прикинь. Это муравей. Это муравей. Ни хрена себе муравишка. Гаси его! На него не действует этот самый. А куда его вообще стрелять? Где вылазят эти твари? Ай, Фокс! Стреляй! Стреляй! Ты вообще где? Да я вот здесь, я живой. Он пытается меня проглотить. Меня тоже. Уворачивайся! Живой? Блин, нормально. Вот это махина! Я просто, я помню, я играл в эту игру год назад на мониторе 19-дюймовом, знаешь, такие квадратные. Да, да, да. А сейчас я играю, блин, чуть ли не на домашнем кинотеатре. Это просто нереальная громадина для меня. Сука! Стреляй! Стреляй! Фокс, я сейчас... Фу, меня чуть не засосало. Фокс, ты всегда такой спокойный, да? Да, а что здесь переживать? Призраков он видел. Вообще насрать на них было. Слушай, у него там под гланды ему вали. На него этот стразис не действует. Он меня засасывает, Фокс. А-а-а! Сука! Я умру! Я умру! Бляха! Я умер! Уп. Упс. Че это было? Меня съели. Блять, я жив. Тихо. Блин. Ты внутри. Эй! А я где? Бля, я сейчас умру! Фокс! Фокс! Я умираю! Все? Нет, еще жив. Нажимай на кнопочки, может быть, вылезешь. Нет! Нет! Нет, 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 нет! Фу, я не хочу на это смотреть. Я самому про... Я еще жив. Я просто за... Я честно, я забыл. О, вали эту фигню. А ты тоже внутри? Надо будет помыться потом. Да, обязательно. Так, быстрее, у нас как бы кислород, там все дела. Давай, давай, давай. Еще можно эти хрени замораживать, я по-моему. Да? Да, вот эти вот штучки. Морозь, морозь их. И стреляй. Ай! Чё? Это обратно. Очень, очень сильно было похоже, не буду говорить на что. Нас вытащило. Манать. Жесть. Не то слово. И опять этот петух. А этот долбоёжик. Сука, Нортон, давай киляй его, Фокс, быстрей. Он больной на голову. Он даже стрелять не умеет, вали его. На! Придурочный. Либо ну, он нас, либо мы его, да? Капитана корабля, да. Я его убил. Нормально. Не, ну ты умеешь успокоить, да? Да. Я только что убил... Капитана корабля, и мы с этой планеты не улетим. И фотка у него, моей тёлки. Ну да. Сука. Теперь, говорит, это моя жена. Как раньше, там, в эти... В древние времена.
Ну да. Убил мужа, все, моя. Че, пойдем дальше? Да, погнали. Глава 13. Коснуться небес. Мы так скоро всю игру пройдем. Ну что, может быть, на сегодня все? Да, пожалуй, давай закончим. Ребята, спасибо, что посмотрели. И ждите следующего выпуска. Он что? Уже скоро. Да, что нас ждет впереди, никто не знает, даже мы сами. Всем пока.